Ему 13 лет, боксом занимается один год. Представляет спортивную школу «Строитель». Тренируется под руководством Дикаева. Ему 12 лет. Тренируется под руководством Хаитова. Выход на ринг приготовится второй парень, волевой алмаз, Калеев Руслан. Давай, Бузов. Еще чуть-чуть осталось. Дай. Ну сразу. Еще чуть-чуть. Руки подними, Бузов. 40 секунд.
Раздельным решением судей победу одержал боксер красного угла Шарипов Гузур, спортивная школа строительства. Гарнизон. Награждение проводит главный судья соревнований Авджан Мистроп Мистропович. Второе место Загидулин Рафаэль, клуб Гарнизон. За первое место награждается Шарипов Гузур, спортивная школа «Строитель». Ваши аплодисменты. Валиулин Алмаз, спортивная школа «Строитель». Ему 13 лет. Имеет второй юношеский разряд. Счет боям не ведет. Боксом занимается 3 года. Тренируется под руководством Антипова Апарина. Yeah.
Валерий Фрусман, спортивная школа строителей. Ему 12 лет, боксом занимается 3 года. В ринге провел 3 боя, в 3 одержал победу. Имеет 3-й юношеский разряд. Является победителем Кубка Мэра 2019 года. Тренируется под руководством Антипова. К выходу на ринг приготовится 3-й парень. Колобов Самир строитель, Поповкин Мирон строитель. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер Красного Угла Валиуллин Алмаз, спортивная школа «Строитель». Галеев Руслан, спортивная школа «Строитель», награждается за 2-е место. Награждение проводит директор спортивной школы «Строитель» Халилов Алим Ахвальевич. Галеев Руслан, 2-е место, спортивная школа «Строитель». Ваши аплодисменты. За 1-е место награждается Валиуллин Алмаз, спортивная школа «Строитель». Ваши аплодисменты. Третий бой судят. Судья в ринге. В красном углу ринга Колобов Самир, спортивная школа «Строитель».
Он 2008 года рождения, в ринге провел 19 боев, 15 одержал победу. Тренируется под руководством Мыльникова. Победу одержал боксер Красного угла Колобов Самир, спортивная школа «Строитель». Награждение боксеров будет проводить главный судья соревнований Абджан Бестромин Стропович. За второе место награждается Бобовкин Мирон, спортивная школа «Строитель». Ваши аплодисменты. За первое место награждается Колобов Самир, спортивная школа «Строитель». Четвертый бой судит. К выходу на ринг приготовится пятый парень, весовая категория 48 кг. Тордин Артем Олимпийский, Зайнуллин Султан Олимпийский. Ввиду явного преимущества, победу одержал боксер синего угла Шарифуллин Тахиев, спортивная школа «Строитель».
Награждение боксеров будет проводить директор спортивной школы «Строитель» Халилов Рим Ахвальевич. За второе место награждается Лакомкин Дмитрий, спортивная школа «Строитель». Поддержим спортсменов аплодисментами. За первое место награждается Шарифуллин Тахир, спортивная школа «Строитель». Ему 13 лет, боксом занимается 5 лет. В ринге провел 60 боев, 52 одержал победу. Имеет первый юношеский разряд. Является победителем турниров в городах Казани, Новошишминске, Елабуге и Нижнекамске. Призер Республики Татарстан. Тренируется под руководством Козлова. Зайнуллин Султан, олимпийский. Ему 13 лет, боксом занимается 4 года, счет боев не ведет, имеет первый юношеский разряд. Тренируется под руководством Терентьева. К
выходу на ринг приготовится шестой парень. Весовая категория 50 килограмм. Единогласным решением судей победа одержал боксер красного угла Фронден Артем, олимпийский. Награждение боксеров будет проводить главный судья соревнований Авджан Местроп Местропович. За второе место награждается Зайнуллин Султан, спортивная школа «Олимпийский». За первое место награждается Трондин Артем, спортивная школа «Олимпийский». А в этом бою, ввиду явного преимущества, победу одержал Иванов Вильдан, спортивная школа «Строитель». Награждение боксеров проводит директор спортивной школы «Строитель» Халилов Рим Ахвальевич.
За второе место награждается Ахтямов Данияр, спортивная школа «Строитель». Поддержим аплодисментами боксера. За первое место награждается Иванов Виктор, спортивная школа «Строитель». В красном углу ринга отдыхает Камышов Владислав, спортивная школа «Строитель». Ему 13 лет, боксом занимается 3 года. Счет боям не ведет, имеет второй юношеский разряд. Тренируется под руководством Апарина. Качай, качай. Оп!
Синему Лоринга столба на партнем спортивной школы строителей. Ему 12 лет. Боксом занимается 1 год. Тренинг провел 3 поединка, потом одержал победу. Тренируется под руководством Антипова. Третий раунд. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер Красного угла Камышов Владислав, спортивная школа строителей. Награждение боксеров проводит главный судья соревнований Авджан Мистров Мистропович. За второе место награждается Саубанов Родион, спортивная школа строителей. Поддержим аплодисменты боксеров. За первое место награждается Камышов Владислав, спортивная школа строителей. Синим Акабджанян Давид Олимпийский. Весовая категория 54 килограмма. Красного Гуринга Махмудов Камиль. Спортивная школа Олимпийский. Ему 13 лет, боксом занимается 4 года. В ринге провел 8 поединков, 4 одержал победу. Тренирует под руководством Терентьева.
Синего Гуринга Акапджанян Савит, спортивная школа Олимпийский. Ему 12 лет, боксу 4 года. В ринге провел 4 поединка, с 3 одержал победу. Тренируется под руководством Терентьева. В этом бою единогласным решением судей победа одержал боксер красного угла Махмутов Камиль, спортивная школа Олимпийский. Награждение боксеров проводит директор спортивной школы строитель Халилов Рим Ахмадович. За второе место награждается Акапджанян Давид Олимпийский. За первое место награждается Махмутов Камиль, спортивный школа Олимпийский. Красным Гуринга Карипанов Алексей, спортивная школа строителей. Ему 12 лет. Проводит свой первый бой. Тренируется под руководством Антипова.
синем углу ринга Зинков Богдан. Спортивная школа «Дельфин». Ему 12 лет, боксом занимается 4 года. В ринге провел 18 боев, 12 одержал победу. Имеет второй юношеский разряд. Тренируется под руководством Шипицына. Выход на ринг подготовлен 10-й парень, весовая категория 60 кг. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Зинков Богдан, спортивная школа «Дельфин». Награждение боксеров проводит главный судья соревнований Авджан Мистров Мистропович. Карипатов Алексей, спортивная школа «Строитель», награждается за второе место. Второе место. Карипатов Алексей, строитель. Аплодисменты. Зинков Богдан, спортивная школа «Дельфин». Первое место. Абросов Степан, спортивная школа «Олимпийский». Ему 12 лет, боксом занимается 3 года. Тренируется под руководством Терентьева. Бокс.
Сегодня уговорили Чигрига Илья, спортивная школа Олимпийский. Ему 13 лет, боксом занимается 4 года. Тренируется под руководством Терентьева. Выход на ринг. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Чигрига Илья, спортивная школа Олимпийский. Награждение проводит директор спортивной школы строитель Халилов Ильин Анатольевич. За второе место награждается Абросов Степан Олимпийский. За первое место награждается Чикрига Илья, спортивная школа Олимпийский. Красного ринга Резов Глеб, спортивная школа строитель. Он 2007 года рождения. Боксом занимается 2 года. В ринге провел 2 поединка, в 3 одержал победу. Имеет 3 юношеский разряд. Является финалистом Кубка Мэра 2019 года. Тренируется под руководством Антипова. Yeah.
Диединов Карим, спортивная школа «Строитель». Ему 13 лет, боксом занимается 5 лет. В ринге провел 5 боев, 5 одержал победу. Имеет второй юношеский разряд. Тренируется под руководством Мыльникова. Единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Диединов Карим, спортивной школы «Строитель». Награждение боксеров будет проводить главный судья соревнований Авжан Петров Кускопович. За второе место награждается Резус Глеб, спортивная школа «Строитель». За первое место награждается Диединов Карим, спортивная школа «Строитель». Ваши аплодисменты.